Господи, благослови. Сегодня у нас воскресенье, да? 3 февраля. Да. Ну как, воскресенье у нас всегда праздник. Сейчас мы вот, наверное, вот сюда поставим. Да. Вот так вот стоит. Ну, давайте, по-моему, лучше. Я буду... А вы просто поддержите. Во имя Отца и Сына Святаго Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешны. Создал вы меня, Господи, помилуй. Без числа я согрешил, Господи, прости и помилуй. Святый Божий, свят крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, свят крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, свят крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне призна во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконий наш. Святые, посети, исцели немощи наши, именем Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне призна во веки веков. Аминь. Вместе Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в ней, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Упокой, Господи, душу новопредставленного, раба Христова Сергея Прилизонного. И просим все согрешения вольное и невольное. И даруем Царствие Небесное. Аминь. Если кто знает, споется. Со святыми упокой Христе душу раба Твоего. Иди же не болезни печаль. Ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам един, если бессмертный, сотворил и создал человека. Земней убод земли создал он вся, и землю той жди позем. Яко же повелилось и создал имя реки ими, яко земля и сия в землю отыдеши. А муже все человецы пойдем на гробное рыдание, творячи песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покой, Господи, с Хиевым Иероним Снахтарского монастыря, Архимандрита Иеронима Аллатерского монастыря, протоиерей Николай Состров залит, всех наших родников, Илью, Екатерину, Марию, Тимофея, Викторов, и всех, кто нас просил, о ком помолиться, Господи, упокой. Ну, мы начали с упокоя, потому что все-таки праздник Сергей, я думаю, что он с Богом подвязался ради Христа, поэтому мне очень хотелось его сегодня помянуть. Я думаю, он предстоит пред Богом, да и святым молитвам помилуй нас, Господь. И сейчас о здравии немножко. Помяни, Господи, игумена болящего Кирилла, даруем здравия духовное и телесное, митрополита Анастасия Сибирско-Меликесскому, митрополита Сергия Самарско-Сызарскому, епископ Диодор Чердаклинского-Меликесскому, митрополиту Феофану игумену Игнатию Казанской митрополии, митрополиту Зиновию Мордовскому-Саранскому, им дай рождение свыше, протоиерею Акиму Лапкину Игнатию Тихоновичу Лапкину, даруй здравие духовное и телесное. И батюшка Григорию. Да. Наших болящих поменит. Всех батюшка утром читает. Вам да дарует Господь всем рождение свыше, кто этого, если еще не знает, не обрел. Да дарует нам Господь духовное здравие, зрение, своих видений грехов, да. Вот. Господи, помилуй, благослови. Сейчас мы вкусим еду и помянем. Господи, помилуй. Рассаживайтесь, кому как где удобно. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил и сии земных Твоих благ, не лиши нас небесного Отца и Царствия. Яко посреди учеников пришел спас и мир, да, миром. Иди к нам и спаси нас.
Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да. А почему духовно остаются? А потому что душа наша невозрожденная, да? Невозрожденная Духом Святым. А как мы еще хотим, говорит, в царстве войти? В царстве, чтобы войти, мне нравится это, Господь говорит. Отныне, говорит, царствие Божие нудится и нуждецы восхищают его. То есть всякий трудящийся может войти в Царство Небесное. Тот, кто себя, как он говорит, отвергнись себя. Господь сказал, возьми крест свой, отвергни себя и следуй за мной. Сейчас Господь говорит, но тот, кто идет за Христом, он говорит, многие идут, да, и тот, кто идет, но не отвергает себя, не достоин меня. То есть мы должны не просто идти за Христом, нести свой крест, но и должны отвергать себя, то есть ненавидеть свое я. Вот, смирение. Везде и во всем. Пост у нас. Спроси, что ты хотел? Среда, пятница, это как поститься? Ничего не есть. Среда, пятница, в течение всего года. Мясо, ничего не есть. Подождите. Под солнцем можно. Не все сразу. Это каждую неделю, что ли? Тихо. Все, кто-то говорит один, все не говорят. Нет, я просто думал, среда, пятница. Среда, пятница, и сейчас понедельник. Среду предали Господа, и поэтому церковь положила, как вот за то, что его Иуда предал за 30 серебряников, наложить пост. А в пятницу за то, что его распяли. Но раньше, как таковой пост, там есть... Любовь, она от Бога. А у Христа она самая существенная, как говорят святые. Он сам не по природе любовь. А мы имеем только от Бога. Свет включи, свет включи. Сейчас бывает теряем его даже самым близким. Исследователи находят, что в Священном Писании, в Святой Библии, слово «приедите» Бог говорит 1900 раз. Эту цифру можно запомнить. 1900 раз человек может пропустить мимо. И два раза Бог говорит «отойдите от меня». Второй окончательный приговор будет, когда будут стучать в двери, те, которые верили в него, названы девами, но оказались пустыми сосудами. Я вам готов говорить, он не через посредника, как обычно говорит, а лично сам. И не показывая лица из-за закрытой двери. Я никогда не знал вас. Это люди, которые верили в него, потому что это дело. Они ждали его. И оказались за дверями. И притом нам всегда. Сегодня еще этот день не признан божественной любви от веры толкования святых отцов. Я вам готов говорить, крест поднялся на ту высоту, как лестница возводит каждого кающегося, отрекшегося самого себя. Вот высота его. До Царства Небесного. И глубина такая, что разрушила твердыню ада. И сын входит туда, связан с сатаном на 1000 лет. И широта такая, что раскинул руки, он со всего мира вселенной захватывает людей. Остановитесь. Придите ко мне, перестаньте. Вы не находите покоя. Я даже покоя. Научитесь от меня. Почему? Господи, я столько кашу. Кротость и смирение сердца. Вот чего не хватает. Если есть кротость перед Богом, не перед человеком, только. Господь дарит все остальное. Соломон просил не того, что просят люди. Бог сказал, проси, чего тебе надо. Много сказок, когда что-то человек просит, дай 2-3 выполни поручения мои. Здесь просил одному, чтобы иметь мудрость, выходить к народу и заходить, и не посрамить всех. С чем выступить? И Бог сразу сказал, вот это то, что нужно. Не просил смерти врагу, не просил богатства, не просил долголетия, о чем записки о здравии идут. Но ты просил приблизиться к Богу, ты мой голос расслышал, вот что здесь заключено. И Бог дал мудрости, которой его давно не было и не будет. И считаем Господа нашего Иисуса Христа. Приидите, это слово сегодня на бабу звучит на вселенной, там, где воюет, не знает друг друга. Там, где покинуты, разведенные, брошены.